Доброе утро, дорогие друзья! Это программа «Пока пьем кофе». Программа, в которой мы по выходным с Сергеем Колсом готовим завтраки. И, знаешь, Сергей, я тут, у меня случилась такая радость. Я пришел сюда, в ресторан Prime, как-то один раз поужинать и заказал рыбу. Ну, люблю я рыбу. Ну, не могу ничего с собой поделать, я действительно люблю рыбу. И мне принесли потрясающее блюдо. У меня есть одна проблема. Я не очень люблю рыбу с костями. Поэтому я выбираю либо там красную рыбу и так далее. Но тут я выбрал рыбу белую, и мне ее принесли абсолютно без костей. Я был просто в восторге, в шоке. И решил, что мы с тобой обязательно должны попробовать и показать, как же в Прайме получается рыба, в которой нет костей. С чего же начинается приготовление этого потрясающего блюда? Рыбу используем дораду и сибаса, семейство морского окуня. Вот. Обладает нежным белым мясом. У сибаса более выраженный морской вкус. Так. У дорады немножко это понежнее. Да. Понежнее. Ну, примерно одного вкуса мы сегодня попробуем сделать и то, и другое. Отлично. Без лишних разговоров, друзья. Начинаем готовить. Погнали. Для начала замаринуем овощи, рыбу. Давай. Будем готовить с овощами гриль. Угу. Будем использовать кабачок. Можно использовать цукини. У нас есть кабачок. Нарежем такими вот пластиночками. Не чистим ничего. Нет, зачем? Давай, в чем будем мариновать сегодня так, овощи? Нарежем. Перец. Соль, перец. Оливковое масло. Лимонный сок. Так, я поперчил, посолил. Дальше что? Я вот отрезал дольку лимона и вот так вот слегка все это дело. Слегка лимоним. 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 Слово-то какое? То есть рыба лимон любит. Типа овощи с этой же рыбы. Пусть маринуется. Рыбу тоже давай замаринуем. Рыбу я заранее почистил, удалил оттуда кости, хребет. То есть делается это, в принципе, элементарно. То есть ты хочешь сказать, что вот сейчас вот в этой рыбе ни одной кости нет? Нет, конечно. И сколько потратил времени на то, чтобы каждую косточку достать? Ну, для меня это где-то порядка 3-5 минут займет. Для тебя, я думаю, в районе 10-15 минут. Круто! Забираем, забираем, забираем. Да. У нас все получилось. Пришло время пожарить рыбу. Мы просто ее обжариваем или как? Да, мы жарим ее в большом количестве масла. Просто обжариваем или будем запекать? И будем потом поставим духовку минут на 7, на 9, тоже в зависимости от духовки. Отлично. А много масла лить или мало? Я тебе скажу, когда остановиться. Достаточно будет. Отлично. Предоставляю право пожарить рыбу тебе. Ну, проходи. Если рыба прилипает, то можно туда добавить белого вина. Белого вина? Да. Программа становится все интересней. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Дорогие друзья, если бы вы знали, как классно пахнет свежая, только что приготовленная рыба. Здесь у нас лепота. Обалдеть! Отправляем нашу рыбу и овощи в духовку на 7-9 минут. Пока рыба наша запекается, надо сделать к ней соус. Из чего у нас будет соус? Что в нем будет? Соус мы будем делать медовую апельсину. Будем использовать мед, свежевыжатый апельсиновый сок и оливковое масло. Да, давай сделаем это.
Красиво. Самое приятное время в нашей программе. Время, когда мы пробуем то, что мы приготовили. Сегодня у нас было две рыбы. Это сибас и дорадо. Приготовили мы их тем самым способом, который готовят рыбу в ресторане Prime. То есть в ней, в этой рыбе нету костей в этой рыбе, друзья. И хотелось бы отметить, и Сергей, наверное, меня сейчас подтвердит, что очень редко, когда встречается такая форма подачи, когда в рыбе нет ни единой кости, и можно кушать все. Этим и отличается ресторан Prime. Пробуем? Пробуем. Маленький лайфхак, друзья, который я не могу не сказать. Рыбу можно приготовить дома. Делается это элементарно, просто, но если вы не хотите тратить на это время, можно просто прийти в Prime и заказать себе эту рыбину. И это будет просто, вкусно и потрясающе быстро. Экспериментируйте с едой, делайте, творите. Ну и присылайте к нам, мы попробуем ваши рецепты. Всем приятного аппетита, легкого утра и доброго дня. Приятного аппетита.